gan dziedāt, gan dejot, jūsu bērni, jūsu draugi, visi jūrmalnieki šodien uzstāsies līdz pat vēlai pēcpusdienai. Pēcpusdienā tad jau citi mākslinieki kāps uz šīs skatuves un jūs priecēs. Bet šobrīd Ilja Desteļets ar dziesmu Mir Zeļonova cvieta. Mir Zeļonova cvieta? Starp citu reku jūrmalas karoks augstās. Ā, это сын Инесса. Да? Да. Как интересно. Смотри, как пошли, здесь. Пойдем посмотрим. Да-да-да, сейчас все посмотрим. Давай. Ну, классно. Русинская. Здорово. Куда хочешь идти? Куда? В сцене? А сколько ему лет? Нет, это вообще. Вау. Вкусняшки, шашлыки. Так, цены. Филе 360.
шашлык, это который? Я только куриный. Ну, давайте куриный. Давайте куриный. Я с удовольствием приехала в Хагу и давно не была. Поэтому очень приятно, что вы все здесь. Дай о себе знать. А мне говорили, что пару лет назад в одного кидали бутылкой, в одну девушку кидали колбасой. Не значит, я уже не знаю, чем вы меня кинете сегодня. Не опасно? Ну хорошо, если что, я верну обратно. Хорошо. Я вам спою песню, я не знаю, на русском, на латышском, как бы вы хотели. На русском? Ну хорошо. Мы споем пару на русском и на латышском, вы же знаете латышку. Ну ладно, я знаю русский. Хорошо, поехали. Только давай о себе знать, очень важно мне слышать вас. Спасибо, что пришли. Еще раз с днем рождения, Калгари. Я могу сказать, что мы группа, которая, ночные снайперы, которая нигде, кроме Риги, Юрмалы и где же мы еще играли? Да, Даугавпилс, да. Больше мы нигде в Латвии не были, поэтому у нас сегодня дебют. Черт возьми, я к этому готова. Асфальт, поехали.